Эй, ребят, всем рон-дон-дон, Сони здесь, и добро пожаловать на новенькую серию по Need for Speed Pro Street Pepega Edition. В этой серии вы увидите мастер-класс по настройке автомобилей от Сончика, так что заряжайте данное видео своими царскими лайками, наливайте себе чаёк, кофеёк или что-нибудь прохладительное, приятного вам просмотра и погнали! Что там у нас? Race Days, Race Events, поехали! Тайм-атак, MX-5, сейчас им покажет класс. Готовьте свои пуканы, сучки. У нас тут гиперкорола, да, листер там на каком-то гольфе заряженном. И полоньес, что ты тут забыл, друг? Это у нас типа, я так понимаю, полуфинал, да, начальник таких себе днищей чемпионатов. Вот эта машина, мое почтение вообще. Родила царица ночь, в ночь, не то сына, не то дрочь. Это реально про то ведро. Ну ща мятка им покажет. Так, а чё? О, поближе можно камеру сделать. Мятка, ты им показывай пилотаж, а не. Съебись, падла. Вид с капота, классика. Мне бы немножко подвеску еще подкрутить. Чтобы она не была такая утюжная прям. Блин, какая сосочная сосная тачка. Сейчас ее как подразложу. Да мне кажется, что им пит. Она что-то так летит, капец. Нет, я еще турбину не ставил на нее. Не, подвеску ей бы подкрутить было бы неплохо. Хоть что-то. Не надо на столб наматываться. Думаю, что мы можем даже азот не юзать в этот раз. Либо кого-то пройти оперативно. Например, вот так. Блин, мне прям даже захотелось что-то покрутить методом тыка, чтобы разобраться вообще, что меняется. Ай, блядь! Чтобы такого не было, но она реально странно рулится. Ёб твою мать. Сейчас довыебываюсь. А, 5 секунд навезли, они хер улучшатся настолько. Твою ж мать, раз... Да. Рекордсмен херов. По развалу тачек. Повреждение, кстати, мое почтение, даже капот отвалился, кайф. Так, похуй. Тогда вот так. Мы спешим. Рон-дон-дон, сучата. И зеркала на висюльках. Блять! Что-то чек-энжин горит. Рестарт? Да нахуя? Нормально. За тачку все равно придется платить. Пошли крутить ее шотом. Мне не нравится, как она рулится. Она какая-то сильно зажатая. Подвеску уж я ставил. Ну, конечно, не бита, не крашена. Как всегда. Репэр. А, 3000 всего лишь, можно за деньги. Using cash, окей. Так вот, рейс-ивент, грипп, практика, и пошли что-то крутить. Я просто хочу ради прикола крутить туда-сюда что-то и смотреть вообще, что меняется. Да переключись, ты заебала. А какая-то, блин, на высокой скорости, знаете, неохотно как-то поворачивает. Не знаю, что. Вот что можно с этим сделать? Фронт, шок, компрессион рейд. Давай сделаем мягкий. Что поменяется? И вот методом тыка. Теперь жесткий. Вот так вот я и научусь настраивать машины. Иначе никак не научусь. По-моему, вообще нихуя не поменялось. Просто из крайности в крайность меняется аж нихуя. Не, ну пи***ц, я вообще не чувствую никакой разницы. То есть я беру что-то. Фронт, шок, компрессион, это, видимо, эти самые на отбой, да, я так понимаю, жесткие амортизаторы или мягкие.
И вообще не понимаю, что меняется. Может, и передок и задок? Давай передок и задок. Нихуя не меняется, короче. У меня теперь позитивный кастер, пацаны. А! Есть контакт. Вот чем это закончился, позитивный кастер. Да она вообще какая-то не в адеквате стала. Ой-ой-ой, не-не. Настройка от Сончика. Что-то куда-то покрутил, заебись, настроил. Подними машину немного выше. Да, она как будто сильно низко аж. Да, во, поднялась, видно. Не, это прям сильно. Да, упала. Типа аэродинамика ее придавливает или что? Ну вот я там на кропаль поднял ее. Да, едет и наоборот она как садится. Ладно, попью, поехали. Вроде бы что-то накрутили, блин, что-то куда-то как-то. А там хер его знает, все, ну, выходим. Аэродинамику там, по-моему, особо этот обвес не позволяет крутить, насколько я помню. Разве что антикрыло, но он вообще ничего не давало там, насколько я помню. Так, грипп. Мне уже просто интересно стало, потому что машина вот в стоке какая-то такая зажатая была. Может, она действительно низкая, хер его знает. Обычно люди занижают тачки, а мы наоборот тут приподняли. Забыл пидерача воткнуть. Чуть не намотался на столб сразу. Так, сучки, не расслабляйтесь. Хорош. Я пошел. Все, Mazda без шансов их уничтожит всех. Я не знаю, пацаны, что вы себе думаете. Вы либо давайте беритесь за голову и что-то начинаете ехать, либо... Либо так я все викенды буду пролетать, по крайней мере, на этой мяке, так уж точно. Короче, что-то поменялось на уровне погрешности. Все равно здесь, ну, такая физика в игре, что поделать. Ой, блядь! Чё-то кактус не улетел. Здоровья не были. Здорово. Спасибо. Modern Life, спасибо. Такая физика, что поделать? Ну да! Немножко утюжная. Тем не менее, в этой игре можно покрутить хоть подвеску, там, карабас, аэродинамику, пазлы покрутить, там, и прочее. Это прикольно. Знаете, молодежь, как говорится, немножко... не только молодежь, просвещает игра. Это вам не эти, блядь, анбаунды, там, где даже... Не то, что не знают, что такое крутить подвеску и прочее. Не знаю даже, что такое механика нормальная, блин. А сцепление это вообще нанотехнологии. Не для зумеров. Вау, нифига. Машина привидения. Очень плохо коробка работает. Вот сейчас она раза с третьего или с четвертого у меня понизил передачу. Я вроде бы нажимаю сцепу и передачу, но вот тоже. Жуки, забудь мини на пиво. Modern Life, ну да, 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 давненько тебя не было. Тут в донатах, спасибо. Да, да, payback, карточки, блять, карточный тюнинг. А сейчас любят карточки пихать везде и всюду в играх. Вот, вот и получаем, что получаем. Можно будет эту дичь как-то с рулем попробовать. И вот с таким вот видом гонять. Сразу не попадаю.
шишки намотался на столбик. Проехал и, хлопцы, в одну калитку. Мята, конечно, это такая имба здесь. Я вам говорю, 20 секунд, я ехал как-нибудь, но вез. Вся грапа, механик круче за анбаунд, вообще санина. Игра для зумеров не и то. Зумеры, если попробуют, я не знаю, это или старый Underground 2, например. Там где тоже Диностенд и все остальное. Точно им должно зайти больше то, старье. Так, тут втащили, 1/4 мили, поехали. На вагончике. Донатас давно, та за цим грибучим нуил, какого техмайстер, мини завжди час заходите. Зразумів. Тогда делали, значит, тогда делали задроты для задротов, грубо говоря. Для любителей тачек, а сейчас делают бизнес. Просто по техническому заданию, сделайте нам что-то, чтоб понравилось школьникам. О, максимум гриппа, класс. Хорош. НФС закончился на пэйбэк, НФС закончился на НФС 2015. Даже вот эта механика прогрева, видите, такой элемент прикольный в драге. Почему нету такого, ничего подобного? Там в пэйбэке что-то пытались высрать, но то, что они высрали, извините, который дает держак, зацепьте на старте. Восемь секунд, не так рано включил азот. И вот здесь драк, вы видите, каждый заезд у меня разное время. Где-то что-то делаю так, где-то что-то сяк, и это влияет реально на результат. Вот это круто, вот только не хватает накрутки соперников, чтобы они немножко больше как-то сопротивлялись. Но может быть дальше по игре все пойдет, а сейчас они отдаются мне, знаете, как будто я с девочками соревнуюсь тут. Там покемончики какие-то, наверное. Тяночки, тяночки. Максимум гриппа забрал, все, пиздец. Тут вот надо бустить последнюю передачу по ходу. Либо с четвертой прожимать азот. Вот, первый заезд самый быстрый. Драксер, тот, который у меня есть, нет, он не сзади. О! 15 тысяч. Неплохо. Опа. А, ну да, мы же дальше еще продвинулись и получили. У нас закончилась игра в прошлый раз на получение этого NSX-а, да? И я вот его получил, короче, и тюнил, и у меня игра начала вылетать. И я решил ее переустановить. Во, я вспомнил. Точнее, фикс удалить, вот, по совету подписчика. И у меня пошла игра. Я ее переустановил, где пошел сейф. Вот на том моменте мы остановились. А это все было уже. Да, еще пару уикендиков придется пройти. До того момента, там, где мы остановились. Формула-1, прикольно. А мы на таком гонять будем здесь? Это прям топчик. Вопрос только, как оно рулиться будет. А это прям этим. Рейс-драйвер горит, пацаны. Вот что это. Нормальный рондондон. Переднее спускать? Нет, чтобы навили, надо заднее спускать, чтобы зацеп был. А переднее наоборот накачивать можно, чтобы они меньше там сопротивлялись. Такое. Так, ладно, разберемся. Ну шо? Available здесь... На готовых тачках. Надеюсь, что это тот уикенд. О, да, это как раз тот самый уикенд. О, сейчас будет трешак, пацаны. Это же этот прыжок в стенку трасса, да? Отлично. Блядь. Извините. Готов. Ты сейчас засышь, подлюка. По-любому ж. А я нет. Ой-ой-ой. Лучше бы и я зассал, наверное. Хорошо, что это не мое корыто. И такое случается. Так, друзья, я так подумал и решил. Торпеду заказывали? Блять, не в туда это все сработало. А не было нормальных машин, а не вот это корыто, которое вообще неуправляемое. Сейчас я сокращу тут. Как боженька. Воу! Реально как боженька. А теперь, дорогая, я иду.
Просто убил его на... Рулю. Обходят. Пошел вон пес. Там он лидер уехал уже. Да с гнида. Жены не едет у меня, я не понимаю. Мне какую-то бракованную брычку дали. Не надо туда наматываться. Она реально не едет. Не, нам надо победа. Подожди, что за херня? Я ж тут тащил. Сейчас я опять какую-то курву убью. Или это я въебался в него и потерял мотор, или что-то пошло не так. А, реально не едет это корыто. Все, я теперь понял, где здесь надо нитро жарить. Сейчас все будет. Ну, блядь, не получается по-другому. Все, у нас чек engine уже горит, нет, no power, да, и вот это все. Пошел вон. Без уважения обогнал. Вот тут заебать отсечку, а вот здесь пора. Во. Ой, ой, ой! Страшно. Идеально. Тут и рон-дон-дон на ручничке. А по нитфорспидовски. Ну вы поняли. Не надо, блять. Табуретка. Вот это одну калитку, я понимаю. С дымком. Сейчас еще гипердрист начнется. Подождите, подождите. Там мой пукан подзажжется немножко. Так, это второй круг. У нас остался один ашот. Пока что держим тогда. Да понести на первую. Тошниловка вообще резко, блин. Звучит прям как миксер, блядь. И едет тоже. Вопрос, когда я на такой срезочке, блин, разложусь в тотал. Я смотрю, у ребят там тоже не все, слава богу. Так, так, тут тормоз. Ой, какая странная машина. Где мой рейс-рум? Сейчас будем юзать баллон. Так, понеслась. Хоть раз попасть. Во! Во! Как надо ездить. Нормально, мы выжили. Я выжил, я выжил, я выжил, я выжил, я выжил, я выжил. Пошли нахуй. Пошли нахуй, сказал. Демоны. Ну почти что. Я практически смог, друзья. А тут похую уже как-нибудь доехать. Це перемога. Ай, дичь, контент. А. Так, что там дальше у нас? Speed Challenge. Speed Challenge, я бы сказал. NSX. В этом уикенде можно найти драгстер на скоростных заездах. А тут есть... А, блядь, это скоростные заезды здесь? Подожди. Да, Speed Challenge, ёбана. В этом уикенде... А, это надо в свободных заездах или чё? Точно, это ж тут дичь сейчас начинается. Ну всё. Смотри, какой быстрый, а.
Не спеши, дружочек. Ой-ой-ой, живем. Блять, ты нормальный вообще? Ебал, тварина. Вам здесь притормозить надо. От греха подальше. Хорош. Свободных. Надо будет заехать, посмотреть. Типа, почему бы и нет? Говно сзади жмется, видимо, слипстримом подсасывается там. Посмотри, посмотри, с двух сторон. Подавитесь, уроды. У меня есть еще два азота. Для вас берегу, как раз. Вот так и буду ехать посреди трассы. Чтоб ни один, ни другой демон не... Ой, бля, тут что-то три полосы немножко. Нахуй. О, сука. Пошел нахер. Блин, скоростные гонки, это слипстрим, подгадай еще. Как думаете, пора или не пора? Я думаю, что пора. Ой, бляха, страшно. Соснули демоны. Айщ. МММ, реклама. Так, рейс-ивент. Ну, давай еще раз тогда и практика. Поехали. Искать брычку. Там, по идее, что-то должно тюрлюнькать у нас. А что такое врекс? Ноль из двух. Это оно и есть? Это оно и есть, заяц? Что, мне по кустикам надо будет там ездить, шнырять или что? Ну, кустики есть, конечно. Трасса, кстати, такая максимально японская. Прикольная. Видимо, это и есть японщина. Япония, в смысле. Ох, пацаны, на каком скоро сервачке я начну играть GTA-шном. Вы оцените. Прям реально оцените. Там такая... Что-то пиликало или мне показалось? Музыка орёт, блин. Музыку выключи. Ну, давайте вырубим, пока что поищем. Так точно не прощелкаем. Фух-фух-фух, звук такой прикольный. Опа, 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 опа. Я слышал, я слышал, я слышал. Вон она, я вижу ее. Я не просто слышал, я вижу. Да, с музыкой я бы это проебал бы стопудово. Может быть, я уже где-то еще одну и проебал. Чарджер, пацаны. Так, кайф. Это был чарджер, то что надо. Поехали дальше тогда. Блять. Че, как застряну тут? Ёбана в рот. Не, ну мастер, что сказать. Немножко застрял. Подтолкните, пацаны, будьте людьми. Что вам жалко, что ли? А ну-ка. Не вывозит что-то. Что ж это ведро такое низкое-то, а? Все, пи***а. Проехали, хлопцы, выгружаемся. Я понял. А засчитали то, что я уже, да, нашел? Ладно. Поехали, заодно без звука проедемся. Кнопка восстановления R. Кнопка восстановления F. Тупой респект. Я так и предполагал, что там где-то пространство километровое. Вон гаражи вижу. Туда еще как-то доехать надо, правда. Ага, там плавал. О, 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 я слышу. Вон она, сучки, спрятали. Все, бля. Правда, все, бля, приехали, бля. А ну-ка, о, да, таки R. Ну что, ливаем отсюда. И это у меня теперь тачка есть? Рейс-ивент, хочу еще один спид-челлендж. Погнали. А на этом спид-челлендже нету больше тачек? 290, отлично, сил. Ну,
Аш! Выпускай Кракена! Ра-та-та-та-та-та! НСХ! Чё ты виляешь, курва? Дёрганые черти! А вы заманали меня, друзья! А чё, ничего не притормаживают? Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Понял? Check engine, понятно. Похуй, погнали. Попытаюсь этих съебнуть. Не едет нихера этот NSX. Шестая передача ему вообще бесполезная. Тупо нет мощности, чтобы ее реализовать. Ай, 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 ай. Блять. Страшно. Пюрлюнькало или мне показалось? Вот там, где мост. Ах ты, сука. Вот как слепстрим реально работает здесь. Точно, я забыл совсем. Этот азотик юзает. Давай-ка я тебя подвезу немножко, друг. Пойдет сейчас бамп-драфтинг. Бамп-драфтинг закончился. Теперь я им буду давать слепстрим, вы хотите сказать, да? Хороший рывок. Давай, едь. Ой-о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 й. Включаем режим, ты не пройдешь, что у меня бампер там валандает. А, все, нормально. По-моему, там тоже что-то тюрлюнькало, тюрлюнькало. Музыки нет, да, и слышно. Поехали, тут свободный режим. Искать, что же тач. Ху. Ghost of the Past. Курухс. Супер странный ник. Хотя, наверное, он скажет, что Сончик тоже супер странный ник. 20 тысяч кэша. Еще плюс 10 тысяч кэша. И мы берем RX-7 NSX. Мы берем N... Хотя это побаща RX-7. Ну нет, я беру... Мне RX-7 не понравилось, честно. Я беру NSX. Я хотел продолжить там. А продолжить что-то не про канал. Ладно, пацаны. Так, идем посмотрим на наш этот драксер. Тогда в следующий раз надо будет запомнить ту трассу. И что там у нас есть? Что у меня уже так до хера тачек, что капец. А нету тачки, пацаны. Нужно все три. Вернись, забери на ивент. А, понял. Ладно. А, это типа одна деталька. Так, где-то... Где мост какой-то. Вот поворот. О, да, по правую сторону. Извиняюсь, а мне что, блядь, как-то надо с моста съехать? Поехали искать. Ой, ща как стряну. О, тут заборы сносятся, да ну нахер. Черт побери. Вон она внизу, я вижу. Как туда съехать? Мама. Нет. Повезло мне. Вон она, пацаны. А, три запчасти получается. Ащ. Отлично. Дали ачивку. For the family. Поняли намек. Так, подожди, у нас теперь есть тачка для Вилли. У нас есть тачка для Вилли. Ну что, друзья, надеюсь, вам данное видео понравилось. Если таки да, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под данным видео. А если подпишитесь, то это вообще прям от души. С вами был Сони, до скорого, хорошего настроения, всем пока, ребят.